удивительный, великий Гилберт Кит Честертон, человек необыкновенного Господня сияния, человек, вокруг которого совершался рай, человек святоотеческой мудрости, и его стих «Кривая английская дорога». Когда я буду его читать, вы столкнетесь со множеством реалий английской истории. Я знаю, что мало кому известна английская история, хорошо, но дело здесь не в истории. Дело здесь в том, о чем он говорит и к чему он все ведет. Обратите внимание, когда будете слушать все перечисления Честертона, когда его персонаж идет куда-то, в какое-то место через какое-то, то это на самом деле как, допустим, ехать, допустим, в Финляндию через Мурманск. Ну, вы поняли смысл, то есть это, скажем так, нелепые дороги он описывает ради того, чтобы сказать то, что будет произнесено в конце. Итак, кривая английская дорога. Когда к Северну римлянин пройти еще не мог, дорогу пьяный проложил, кривее всех дорог. Дорогу, что петляет по графствам в криве в кось, и сквайр весь день за ним бежал, и все село неслось. Веселую дорогу ту, что полюбилась нам, в ту ночь, как через Бичи Хед тащились в Бернингам. Не сделал сквайру ни в пример мне Бонапарт вреда, и воевать с французом я не хотел тогда, но, услыхав плохую весть, на их штыки попер, дорогу выпрямить хотят, кривую с давних пор, где с кружкою пивной в руках я был шагать готов в ту ночь, как в Ланстабере шли. Грехи отпущены ему, не потому ль бегут, цветы за ним, колючий куст, пышней под солнцем тут. Он шел, не зная, что к чему, шатаясь пьяный в дым, но роза дикая цвела в канаве той за ним. Господь, помилуй и спаси, вслепую каждый брел в ту ночь, как в Бенкабер мы шли через Брайтонский мол. Ошибки эти нам, друзья, уж больше не к лицу. Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу, но дивен свет и дивен мир, и вдаль ведет дорога в тот кабачок, где тетка смерть кивает нам с порога, и есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть, пока не приведет нас в рай окольный этот путь.